Ледоход на Оби существенно передвинулся. До границы с Ямалом остается 51 километр. Как сообщает информагентство «Северпресс» со ссылкой на центр Спас-Югория, кромка ледостава находится в районе поселка Ванзиват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа. Динамика за сутки составила 58 километров. Протяженность ледохода около 185 километров. На гидропостах в Югре в основном фиксируется чистая вода. На Ямале, на Малой Оби, в районе Кызым-Мыса, Горок и Мужей наблюдались подвижки льда, разводья. Напомним, по предварительным прогнозам специалистов, ледоход в районе окружной столицы ожидается 22 мая. На данный момент движение автотранспорта и пешеходов по ледовой переправе Лабытнанги-Салехард официально закрыто. Единственное доступное средство передвижения через реку на ближайшее время – вездеходы на воздушных подушках.